Добрый день, дорогие покупатели. Сегодня 16 сентября. Вечером в Красной Поляне мы снимаем третий ролик на тему, что бы можно в Альпухе прикупить на халяву, что называется, подешевле. Вот. И этот ролик у нас посвящен фристайл бэккантри лыжам. Широкие твинтипы для катания по мягкому снегу, для прыжков, для тех, кто любит ездить в свече, вот, прыгать там, трюки делать и все такое. Ну, в данном, как говорится, классе у нас лыж немного, но как моделей немного, но лыжи есть. Вот. Начнем мы с нашего бренда. Это Movement Skis, вот, то, что компания Альпиндустрии дистрибутирует. Это модель прошлого года, Movement Fly 2 115. 115 – это ширина талии. Ну, это классический, как говорится, бэккантри твинтип, широкий, значит, для прыжков. Вот, короткорадиусный достаточно, там радиус поворота в районе 20 метров. Вот, доступно две модели, то есть есть модель это прошлого года 184 размере и там еще 175, по-моему, или 177, не помню точно, можете на сайте посмотреть. И еще у нас есть аналогичная лыжка, она немножко в другом цвете, позапрошлый год, но там другая ростовочка, там 180-я ростовочка. Вот, прошлого года, посмотрим, сколько они стоят, в шпаргалочке в районе 29 тысяч стоит, а позапрошлогодняя стоит 22 тысячи рублей всего-навсего. Вот. Как говорится, прекрасное предложение для молодых и дерзких, кто любит прыгать на естественном рельефе и, как правило, не хватает денег. Вот. А тут такое прям предложение щедрое. Еще у нас есть бестселлер прошлых лет, Армада JJ ARV-116, как ее сейчас называют. Вот. Тоже со скидочками, цену не помню, не скажу. Вот. Ну, лыжи, как говорится, не нуждается в представлении. Вот, как бы, классика, бестселлер многих лет, Армада JJ. Их не очень много осталось, в отличие от Movement. Поэтому рекомендую всем, как бы, скорее делать интернет-заказы или как там вы их приобретете. Бронировать, покупать быстрее-быстрее. Вот. Потому что новый сезон, конечно, будет дороже. Вот. Ждем вас в наших магазинах. До встречи в горах.